Мало кто знает, что ее появление на телеэкране было случайным. Она мечтала стать оперной певицей. Хозяйка музыкального киоска Элеонора Беляева. Первое исполнение 4-й симфонии состоялось лишь в 1961 году. Она была нашим просветителем и духовным, и творческим. Какая профессиональная драма перевернула ее жизнь? Столько писем приходило, столько объяснений в любви. Что мужчина, что женщина. И как Анна Герман спасла телеведущую от провала? Она рыдала так, что вся тушь, все черное. Чем жила легендарная ведущая после ухода с телевидения? «Легенды телевидения» с Александром Стриженовым. В четверг в 19:40.